100 лет работает Нижегородский государственный технический университет. Мы готовим одних из лучших в стране технических специалистов и даем молодым людям всегда востребованные профессии. Каждый год к нам поступает свыше 11 тысяч абитуриентов. Давайте назовем 5 причин, почему они выбирают именно наш вуз. Первая причина. Огромный выбор профессий и специализаций. 11 факультетов. Автоматики и электромеханики. Морской и авиационной техники. Материаловедения и высокотемпературных технологий. Экономики, менеджмента и инноваций. Коммуникативных технологий. Инженерный, физико-химический факультет. Автомобильный институт. Институт радиоэлектроники и информационных технологий. Институт промышленных технологий и машиностроения. А Институт ядерной энергетики и технической физики даже вошел в консорциум Российский инновационный ядерный университет. Вторая причина. Качество нашего образования. В нашем штате более 1178 преподавателей. Из них 132 доктора, 623 кандидата наук. У нас работают как и заслуженные профессоры, первооткрыватели и доки в своей области, так и молодые преподаватели, которые не боятся экспериментов и новых... Работа о наших студентах. Абсолютно все иногородние студенты обеспечиваются жильем. Помимо общежитий, в студенческом городке есть гостиница, тренажерный зал, оздоровительные профилактории, спортивные площадки. Пятая причина. Интересная и насыщенная жизнь. Есть множество секций, где в свободное от учебы время можно не только узнать много нового, но и как следует повеселиться. Педагогический отряд «Всплеск» для желающих поработать вожатым в лагере. Для веселых и находчивых на базе ГТУ существует Лига КВН. Попробовать остроту своего пера можно в университетской газете «Политехник». Стать уверенным и раскрепощенным на актерских курсах. Весело провести время в спортивно-оздоровительном лагере «Жанр». Научиться управлять машиной в автошколе «Политех» и крутить штурвал.